Друзья, мы в клинике «Рыжий кот», проводится физиотерапия, массаж для Дора. Это проводится ежедневно, его поднимают, он делает шаги определенные. Некоторые возмущались, что его тягают, но либо будут тягать, либо он умрет. Тут варианта два. И насчет смерти я бы вариант не рассматривал. Поэтому проводится физиотерапия, манипуляция, но состояние по-прежнему остается довольно тяжелым. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, тут просто его главная проблема в том, что у него еще куча инфекций. Угу. И насколько он с ней справится, потому что, допустим, тот же лимфостаз, да, из-за чего? Потому что, в принципе, лимфа ничего не двигает. Если кровь двигает сердце, да, то лимфу ничего, кроме движения, не двигает. Угу. И если он идет массажей. Ну и плюс, как бы, лимфатические узлы являются таким фильтром, который не пропускает. Не убрать, тем меньше будут отходить лимфы. Угу, понял. Его трогать в это время нельзя. Если крепатура, он огрызается, да, больше? Ну да, у него будет болеть кожа, потому что тут, в принципе, мышечной массы как таковой нету. Угу. Вот, но это не освобождает от того, что его надо подымать. Ну да. Это я. Ой, я хочу домой. Это будет. Видите? А сколько ему? А кто его знает? А по зубу. Да. Ну приблизительно хотя бы. Маленький-маленький. Маленький-маленький еще не меняется. Да. То есть 3 месяца, 4. Ребята, всем добрый день. Мы в клинике у Дора. Сейчас физиотерапевт проводит массаж. Регулярно такие мероприятия проводятся. И плюс его обязательно нужно поднимать. Кто там возмущался, это вынужденная мера, потому что либо он будет двигаться и выздоравливать постепенно, либо умрет. Варианты только два. Поэтому можете не возмущаться. Можете сами заехать посмотреть, что происходит в клинике. Так, ребята, еще Дору очень нужен гепарин, лиотон. Да, гепарин или лиотон для массажа, регулярно проводится массаж, и на него уходит определенное количество мази, грубо говоря, тюбик в день. Ребята, что нужно Дору, это вот тюбики, гепариновая мазь, траксивозин, возможно, гепарин тоже подходит, он самый недорогой. Кто может, пожалуйста, подвезите 5-6 тюбиков. Больше тюбиков в день уходит. Спасибо большое. Друзья, всем добрый день. Мы только что были у Дора, ему делают физиотерапию, каждый день массаж. И что требуется сейчас, это траксивозин, гепарин или лиотон. Гепарин самый недорогой, я сразу зашел в аптеку напротив, но, к сожалению, все только по одному экземпляру. Купил 4 тюбика и хватит где-то на 2-3 дня, может быть 4. Поэтому большая просьба, кто может, в клинике «Рыжий кот», пожалуйста, завезите. Гепариновая мазь стоит порядка где-то 75-80 гривен, ее хватит на день. Этого тюбика с очень дорогое, типа лиотона, покупать не обязательно. Если есть возможность, пожалуйста, привезите. Всем привет от Дора, кто может, привозите корм. Напомню, проведать можно круглосуточно в клинике «Рыжий кот». Еще привезли одну собачку, девочку, метиса гончей. Очень нужен новый дом, в приют отдавать ее не будем. Будем искать дом. Всем спасибо, если животное в беде, пожалуйста, пишите. Помогаем при условии вашего участия. Ваша мразь Антонов. И, конечно, всегда помните, простебайтесь.